сваливать отсюда. Маршал, вперед! Мы пойдем с вами. Вы не посмеете! Понял. Мы не позволим! Нет, так нельзя! Остановитесь! Отец, мы любим! Не сходи с пути! Назад! Что ты делаешь? Надо! Всем живо назад! Отпусти его! Не уходи! Ты не можешь! Идем! Я федеральный маршал, и я приказываю вам отойти! Отпустите его! Что? Убери оружие! Хватит! Сейчас же! Отпустите его! Оружие! Оружие! Ну! Вы не посмеете! Вы не позволите! Вертолет его! Всем назад! Назад! Ну! Назад! Давай, ну! Давай! Назад! Назад! Живее нахер! Ну, живее! Давай! Давай! Я же сказал, что Бог не даст меня забрать. Прошу, скажите, что там случилось? Диспетчер. Ох, Боже. У нас все хорошо. Не надо никого звать. Отец, храни тебя Бог. Никто не придет на помощь. Отец спасен под сенью крыльев Господа. Все идет согласно плану Господа нашего. Я все еще с вами. Первая печать сломана. Коллапс начался. Мы возьмем все, что нужно. И сохраним, что имеем. Мы убьем всех, кто встанет у нас на пути. Они весь не
Поклонники Рока. Истину. Валить отсюда. Ну! Нужно валить. Да начнется жатва! Не трогайте! Отпусти меня! Отвалите меня! Нет! Брат! Нет! Боже мой! Надо выбираться отсюда! Будь хорош! По воле Бога! Такова их кара!
понятно. Я что-то видел, тебе надо проверить. Скорее! Один из них в трейлере Роя! Мы их достанем! Отец за всем проследит! Кажется, здесь следы. Господь уберег его, убережет и нас, если мы будем верить отцу.
О, боже мой! Ты... прости. Думал, тебя схватили. Пошли! Пошли! Давай. Проверь тут все. О, боже! Ничего себе! Твари! Мы посадим всю эту семейку. Всю семью. Долбаные психи! Мы выберемся отсюда. Но сначала нужно оружие. Держи. Так, делаем вот что. Там есть дорога. Едем по ней на северо-восток. До Мизулы всего пара часов езды. А потом мы вернемся сюда с Национальной гвардией и уничтожим всех. Проверь в трейлер. Так. Thank you.
я бы сдох! Мы вернемся, но надо быть осторожней. Не знаю, кому и верить. Чёртова Нэнси! О, нет! О, нет! Дороги перекрыли! Что происходит? Они перекрыли дороги.
Они оборвали провода. Они лишили долину связи с внешним миром. Короче, мы все в полной жопе. Проклятый коллапс. Они верят, что грядет конец света. Они ждали его. Давно. Ждали того, кто придет, чтобы осуществить пророчество и развязать священную войну. Ну, у вас получилось. Разумнее всего было бы отдать тебя им. Черт. Снимай свою форму. Ее надо сжечь. Там чистые вещи. Как переоденешься, приходи ко мне. Будем думать, как нам вылезти из этой жопы.